Обычно после такого снегопада сервис навигации расстраивает горожан пробками в 10 баллов. Однако этим утром загруженность дорог дотянула только до 7. Осадки, конечно, доставили дорожникам хлопот, но, по словам подрядчика, несмотря на проблемы, вся техника вышла на маршруты и работала в усиленном режиме. Сейчас у нас сформирован 11 колонн спецтехники, которая стоит в подметании. Подметаем центральные магистрали и поперечные улицы. Поэтому работа продолжается. Однако большинству водителей оказалось не так просто угодить. Не подмели, просто навалили реагенту. Как-то грязно, неприятно. Грязь, все это. То есть снег не убран был. По какой дороге я езжу? Ну, кое-где убрано, а кое-где нет. То есть 50 на 50. От трактора и в центр. Ну, дороги были обработаны, но не убраны. По словам подрядчика, грязь на дорогах автомобилистам придется потерпеть. Как только температура покрытия достигнет уверенного минуса, ее уберут. Пока же, утверждает руководство АО «Южуралмост», очищать асфальт бесполезно. Вячеслав Ватутин, Алексей Феденков, СТС, Челябинск.